Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, и сегодня у нас новенькая серия реальной жизни. Друзья, я хотел бы сразу извиниться за то, что вчера я ничего не выпустил, хотя обещал выпускать ежедневно реальную жизнь. Все потому, что, друзья, были две причины. Во-первых, я был у доктора, который сообщил мне об одном диагнозе, но чуть позже об этом расскажу, в общем-то, да. А вторая причина, это чисто потому, что не было материала, я слишком долго провозился в больнице, но выпускать для вас шлак, конечно же, не хочется, потому что вы у нас самые лучшие, набрали 3000 буквально за первый же день, и сейчас там уже 3500, наверное. Ребят, это просто, мать его, взрыв мозга, я охреневаю от такого количества лайков, комментариев, вы реально красавчики. Вот, чуть позже расскажу также про задачи с Серегой уже, да? А сегодня хотелось бы вам показать именно автомобиль Серегин, который был восстановлен, друзья, это GTR. В общем-то, восстановили его, как вы видите, поменяли бампера, тут поменяли некоторые двери, колеса тоже поменяли, были кривые все. Вот, поэтому, ребята, я думаю, что все круто. Кстати, его по новой перекрасили и полностью отполировали, я думаю, ему понравится. А вот, ну а сейчас, в принципе, давайте дождемся Серегу, хотя можно, в общем-то, ему позвонить, хотя... Так, сейчас. О, смс-ка, пацаны, от Сереги. Подождите-ка, что он тут пишет? А, папа, я уже почти дома, сейчас... А, короче, он дома уже почти, пацаны. А, вон он! Наконец-то. Слава богу. Так, ребят, главное, что не успели подарок. Привет. Здорово, чё, как дела? Как твои дела? Все у меня хорошо. Чё, с собакой гуляла, смотрю, да? Да, я тут пришел, тебя что-то не было. А ты где был? Так я ездил за подарком. Сейчас во дворе стоит твой подарок. Я думаю, что ты должен оценить его, да, по достоинству. Давай, давай. Смотри, короче, иди. Пацаны, не знаю, что будет. А чё, где? Так вон же! Ты чё, серьезно? Вон, смотри, стоит! Да ну! Ну чё, как тебе? Это новый или восстановленный? Нет, это восстановленный, я его восстановил специально. Блин, круто! Как? Он полностью был перекрашенный, поменены бампера, и, короче, полностью был восстановлен под тебя. Ну, ты помнишь, что ты его разбил же, получается? Я его нашел и восстановил. Ты папа, что ли? Офигеть! Ты фапал, что ли, я не пойму. Нет, просто радовался. Тут еще, кстати, скоро Андрюха должен подъехать. Он там тоже что-то для нас подготовил. Говорит, какой-то подарок. Я не знаю, честно, какой, но сейчас мы, в общем-то, узнаем. Сейчас узнаем. Че, пошли, тебя покормлю, ты, наверное, голоден уже. Я там приготовил еще немного покушать. Вот. Ну, и как только подъедет Андрюха, собственно, друзья, мы продолжим. О! Ну что, как тебе? Не, Андрюха приехал, пошли открывать ворота ему. Стоять тут, короче. Нифига! Вау! Нифига! Это Андрюха, здорово, братан. О, здравствуйте, здравствуйте. Альфред Швейцар ворота. Здесь. Ха-ха, нифига. А что это за тачка, братан? Так, ща, братан, выйду с тачки. Ща прочекайте. Я что-то не понимаю. Че, мужики, как вам мой плащ для начала? Ты вообще четко ты... Классный. Нормально устроился, братан, ты такой богатый. Да, я опять... Блин, подожди, это ты? А что с тобой? Я же тебя даже пацаны, не видел. Я прошел же курс реабилитации, память моя полностью. А что с волосами? Так они отросли, теперь у нас это, мажорчик. Так я его не видел, понимаешь? Да. Блин, а что за тачка, я не понимаю, братан. По поводу Камара. Теперь это твоя тачка, вот тебе ключи, братан. Ты серьезно? Да. Ты серьезно? Давай, ты шутишь сейчас? Давай поменяемся. Слушай, братан, я тебе очень сильно благодарен. Ты за меня заплатил за курс реабилитации. Да там подсуетился, не послал меня нахер, когда я тебя нахер послал. Я в ахере, братан. Я в ахере. Я же только что смотрел серию Академика. Он тоже про как раз таки Комарика загонял. Это пиздец. Я тоже смотрел. Теперь мисс Трансформер. Мисс Трансформер, пацаны. Да. Оптимус Ганг в теме. Но смотри, мужик, здесь 6,2 литра. Если у Академика мотор с Астры 2,7 турбованный, то здесь 6,2. Пацан, да блин, Андрюха, братик, я тебя обожаю. Я капец как офигеваю. Да ладно. Из проекции, нихера себе жир. Пацаны. Полный жир. Вау. Блин, вот так вот, парни. Блин, это круто вообще. Пискин, охереть у тебя собака. Слушайте, я что думаю, давайте пока не будем терять времени, давайте, я не знаю, Комарика как раз, мы же Геттер восстановили, Андрюха, помнишь, его Серега разбил? О, охереть. Мне подарок, прикинь, сделал.
Да, я ему же тоже подарок сегодня сделал, тоже Геттер восстановил. Чё за деньги сегодня? Давайте я собаку домой заведу, чтобы она дома. Давай, заводи ее домой, да сейчас, я не знаю, поедем, погоняемся. Пацаны, ну это же просто пиздец. Две тачки спорткара, да ладно, Андрюха, братик. Слушай, да, Димон, а ты, получается, новую тачку купил вот Сереге? Не-не-не, это восстановлено. Ну, у нас был Геттер, получается, там много вложил, полляма, да, и восстановил. После ДТП того, охереть. Да-да-да, это пиздец. Конечно, дорого все выходило, долго ждали, но все нормально, все восстановили. Что, офигеть, мужик. Сколько вышло? Неделю ждали, вот. А, я так понимаю, ты в округе Блэн чинился, как я тебе советовал, да? Там? А, не, братик, я именно прям в центре чинился. Там, короче, у меня знакомые есть. По дешману я, короче, заказал все. Тяжкие будни. А вот. Короче, парни, хватит балаболить. Камеру трясем. Я такой же сливый. Ладно, короче, погнали. Я не знаю, я буду на комарике. У меня теперь своя тачка. Да, Димон, я с тобой. Там Серега не валит. Капец, капец, капец. А, братан, пойди, короче, открой двери. Не хотелось бы царапать. Точняк, пожалуйста, точняк. Я тебя обожаю, все. Так, Серега, давай, короче, ты, наверное, красавец. Первым. О, фак. Давай. Пацаны, оборот. А прием, как рации работают? Все круто. Нормально, все нормально, круто. Братан. Пацаны. О, стой. Братик, а че вообще, где ты такую тачку нашел? Это же просто жир. Да, слушай, недавно накануне я увидел объявление, вот прям с больнички вышел, увидел объяву то, что расформирование какого-то автосалона в гетто. Я приехал к тому пацану, это оказалось то, что тот чувак, мой знакомый, у которого я постоянно брал коктейль Молотова, когда, помнишь, мы мусоров поджигали. Нормально поднялся вот. Парень, да-да-да. Да-да-да, и смотри, у него там пресс какой-то со стороны, соответственно, он все тачки из своего автосалона распродает. Вот я подсуетился, подъехал, выкупил за дешман. Так она, получается, новая? А, нет, смотри, тут с пробегом, где-то 500 километров. Так это пробег, херня. Есть... Братик, я тебе в попку буду целовать за такое. Братан, ты просто, я не знаю, это же офигенно. Слушай, для этого гейские трусы свои надел. Слышь, мы же рацию не вырубили, Серега, слышишь? Да блин, да ладно, похеру, пацаны, ну вы только... Я не знаю, короче, мы сейчас едем, в общем-то, ребята, на заброшенную трассу, где можно погонять, да, и как раз таки сравним. Да, ребят, путь долгий, 3-4 часа, так что смысла нету. Можем таймлапсом дорогу врубить, но я не знаю, посмотрим, в общем. Да ладно, ну, сейчас да, все пацаны. Порежем. Да, пацаны. То есть GTR, в принципе, достаточно быстрая тачка, Камара тоже быстрая машина, интересно, какая тачка будет первее, там, на драге, на управляемости и так далее. Да, поэтому, пацаны, друзья, да. Едем, встретимся попозже. Пацаны, что, готовы песу сосуд это пиздец. Я, короче, нашел какую-то кнопочку, ну, точнее, не кнопочку, а пультик управления, переключал некоторые там кнопки, и в итоге я, короче, какую-то прошивку загрузил в свой Камаро. Теперь она еще с ней валит, и турбина надувается. Да-да-да, он мне говорил то, что здесь каких-то два режима есть, но я эту кнопку не мог найти, братан. А вот братан, я, короче, нашел, теперь эта турбина поддувает немного. Короче, послушайте. Слышите? Прошлифовка, чекайте, ребят, охереть. Это просто. Пиздец, пацаны, это пиздец. Я думаю, мы сейчас, короче, надерем Серегу просто по самые не хочу погл... Чёрт, ты ничего не слышал же, да? Я тебя сейчас надеру. Давай, наверное, отсюда, я не знаю, стартанем, что ли? Давай со старта от анга... А, отсюда давай. Давай, прямо отсюда, давай, короче. Так, сигнали, короче. Давай, по линии, передними колесами по линии, давай, чуть вперед еще. Да, давайте, я снимаю сейчас. Я говорю, давай, чуть вперед, я наблюдаю. А, подожди, я, короче, это, коптер сейчас запустим, короче. Давай, коптер, доставай, Серега. Еще чуть-чуть вообще. Все, вот так вот стоит. Все отлично. Все отлично. Пацаны, так, я пойду. А куда едем, шеф? До ангара, братик, до ангара. Давай, короче. Давай, на счет три. Раз, два, погнали! Давай, Димон, давай. Че? Турбина, раздувайся! Давай! Чего? Почти! Да! Вытаскивай! Нормально! Так, аккуратно. Фух. Вау! О, закрутило как! Нифига. А давай рулями поменяемся, посмотрим, как ты за Геттером съездишь. Не-не-не, братик, не-не-не, давай, короче, знаешь что, сейчас еще раз, короче, тоже такой вот старт сделаем, да, маленький. А потом... Вот, давай, Андрюха, короче, ты можешь там, я не знаю, там руками махнуть или что, или так же... Давай. Во, да, я со стороны поснимаю это, братан, давайте сюда тогда вернитесь потом. Так. Вот, чтобы вы меня не задели. Не вернемся больше. Да. Так, парни. Раз, два, три. Погнали. Оу, фак. Фак. Андрюха. Я птицу сбил. Он меня выигрывает. Андрюха, хотя... Куда нахер? С батькой тебя... Нет, я выиграл его. Да, нормально. Парни, я приближение сделал, я вас вижу. Офигенно, я его выиграл. Даже тебя, Димон, сейчас. Андрюха, это пиздец.
Серега, ты где? Серега! Братан, прости, я случайно. Что у вас там творится? Братан, сорян, я случайно. Что у вас там творится? Братан, я что, опять старый, что ли, сбил кого-то? Я тут с телефоном стою, такой снимаю Серегу, и он бас меня прям гетером снес, короче, задним. Братан, прости, пожалуйста. Офигенно было. Погонялись. Так, кстати, ребята, у меня наше... Сколько тут получается сил? 400? А, ну что-то да, что-то в районе этого. Вот, ну, ребят, 400 сил еще. Комарик просто растаскивает Тейзи. Ладно, давай, короче, я не знаю, вдруг прыгай в геттер, сейчас попробуем еще и на геттере его надрать. Да-да-да, точняк, давай. Блин, тоже неплохая тачка, ребята. Короче, пишите вообще в комментариях, какая вам тачка больше нравится. Либо комарик, либо же геттер. В общем-то, ну, так вот и посмотрим вообще, что вы думаете о наших машинах. Да, слушай, а по салону лично мне больше GTR нравится, фиг знает почему. Ну да, кстати, он такой более-менее такой вот... премиальный, продвинутый, премиальный, да. Что, на счет 3 давайте, раз... Два, погнали! Три. Давай! Оба! Чё, а чё он давай. Уходит-то? Давай! Давай, раздувайся, ГТР! Давай! Не, он вообще не Серега, едет. Серёга, ты он там дохлый. Чё? Он просто дохлый. Да. Слушай, Серега переключил на стейдж. Я забираю твою комару пока. Короче, пацаны, все-таки да. Комарик в любых руках немного слабее, поэтому я могу сказать, что, блин, братан, спасибо тебе огромное за такой офигеннейший просто подарок. Я просто... Я не знаю, я даже не знаю, как благодарить тебя, братан. Да, а ты помнишь, тебя, как я тебя нахер послал, и ты меня не предал в той ситуации? Да помню, помню, как я мог тебя предать, братик, ты же мой просто самый лучший, блин, пацаны. Красавчик, красавчик. Поэтому я тебя решил вознаградить, типа, все-таки я тебе обязан. Давайте, короче, остудим сейчас машины и, в общем-то, будем двигаться дальше. ТВА-2341 для уменьшения шума поверните направо на 45 градусов. Сэр, вы когда-нибудь слышали шум от столкновения Боинга 747-727? Ты там сейчас это пилота погубишь. Да-да-да, нашли башню. Я пошел. Нашли башню, в общем-то, ребята, где управляли именно самолетами, полетами. Вот, немного решили поприкалываться, так скажем. Вот. Да, ребят, тут аппаратура прикольная. Кстати, Димон, такие шутки в зубах бывают, промежутки. Димон, я тебе забыл сказать, как мне вот эти вот все тачки дались. Дело в том, что... Так давай, рассказывай, да, братан. Да, я сейчас без дома, потому что я дом обменял на все эти 4 машины. Потому как денег у меня не было. А, да-да-да, то есть я теперь без дома живу в машине, не приютишь меня? Баклажан. Братан, да, конечно, приючу, чё ты, я, конечно, рад, вот. У нас много комнат, ты, собственно, можешь расположиться и жить до того, ну, пока там, да у нас знаю, там 5 свободных комнат, по-моему, так что тебе хватит. Да, братик, вообще без проблем. Парни, я уже неделю не мылся, на самом деле, сколько там неделя прошла. Я чувствую, опять что-то попахивает. Нормально. Ну, что-то тут завоняло. Кстати, пацаны, короче, подписывайтесь на канал Сереги, у него тут уже 5 стукнуло. Давайте, я не знаю, все сейчас просто возьмем, подпишемся по ссылке в описании, и там будет 6 тысяч подписчиков, друзья. И обрадуем нашего парня. Да, ребят, вот. Разворачивайте это описание, и там прям канал напарника Сереги. И вот просто переходите и подписывайтесь, вы сделаете очень так классно. Так сказать, вся наша банда YouTube в сборе. Да-да-да, парни. Ну так. Чё, пацаны, кстати, братан, я ж забыл. Чё такое? Ты вот говоришь, домой поехали, а я вспомнил то, что, помнишь, мы Range Rover утопили в реке? Парни. Возле Челяда, помнишь, когда погоня была за нами? Когда тебя когда ты меня сейчас спасал, я когда твой этот рейндж утопил. Братик, прости, пожалуйста. Да, да, парни, слышите? Типа, ну, чё? А не хотите позагорать на крыше? О, Серёг! Не. О, нихера себе ты да там... Да он постоянно прыгает. Ну, давай рассказывай, что ты предлагаешь? Слушай, а зрители предлагали то, что почему бы нам тот Range Rover не восстановить? Я так понимаю, менты его не забрали, и можно будет сейчас туда приехать. Братик, так давай, не знаю, сейчас прыгнем в машину, возьмем тот трак и попробуем его вытащить оттуда. Почему бы давай. Нет, слышишь? Ай, хорошо. Это будет офигенно. Давай. Серега, мы поехали, Серега, давай, до свидания. Нет! Чекайте. Смотрите, сейчас Серега будет падать тут. Нет, ты че? Стой! Погнали. Как всегда, фирменная. Land Rover где-то здесь должен быть, ну, по геолокации знаю примерно. Да, стоп. По-моему, где-то здесь мы ехали. Мужик! А вот мост. Чё? Там мент! Проезжай мимо. Охереть! А чё он здесь делает, чё парни, хочет, вы видели? Пацаны, подождите-ка. Давайте да, проедем вижу, дальше, да. Пацаны. Слышите, тормозите. Тормозите. Давайте вот слева за кустами парканемся. Да-да-да, влево, пацаны, вот сюда вот. Так. Отлично. Все, парни. Так, я не буду блокировать тебя, короче, Андрюх, может даже толтрак... Я не знаю, сейчас почти посмотрю, что он хочет вообще от нас. Точнее, ну не погнали, от нас, а от этой машины. Я так. Не понимаю, спустя такое время, что там делает мент, и почему там моя машина все подожди, еще давай посмотрим для начала, вообще машина ли на месте или нет, просто если нет... А, вон, да. я вижу. А вот вон, да. Я вижу утопленную. Нихера вы ее утопили, это когда вон. Было? Да это было братан, давно, когда получается, помнишь, да, ты да. на Гэттере пытался ментова от агрить да. меня? Да, нихера вы поэтому... тут... Чем вы тут занимались? Ну, мы от ментову гоняли, это пиздец. Короче, тихо, сейчас, пацаны, тихо.
Чё там, Димон? Я пока не подошел. Я надо понять. А, вижу мента. Так, подожди. А где сам вот мент? Он. Я его вижу. Где он? А, вижу. Тихо, пацаны! Тихо. Давайте вырубим его! На нахер! На нахер! Вот бей его! Бей его! Ай-ай! На, сука! На нахер! О, ладно. Слышь, парни, Димон, давайте его достанем. Давайте его достанем, смотри, чтобы он сейчас не утонул. Просто труп. Достаем пока, чекайте, чтобы не утонул, ребят. Он. Писец, татушка тяжелая была, ну в жопу. Слышь, парни, как слышно, подъезжаю. Да, парни, нормально все. Андрюх, подъезжай, короче. А, Серег, посмотри, пожалуйста, его. Я пока в машине тут поковыряюсь, может, что-то найду интересное, чтобы он, короче, потом не запалил нас. Так. Так, парни, проблема в том, что как этот эвакуатор, короче, к той реке. Нифига, ну, тут у него дробаши, пацаны, тут просто пиздец какой-то. Ладно, я что думаю? Я, парни, наверное, свалю отсюда. Я кое-что у него нашел. Но... Это ты как узнал? У него бумажка лежит, там типа розыск, наши лица. Только там Андрюхина старое лицо, так что ему повезло. Я же говорил. Опачки, за нами пацаны. Розыск. Андрюх, ладно, ну говорит, слушай, достаем... тебе повезло, тебя не узнаю. Да, достаем меня быстро узнаю, тачку и валим отсюда, Андрюха, погнали. Да, где да, поставил погнали. Срочно валим, а что с рейндж-ровером, не будем его вытаскивать? Так давай, достаем тачку и валим отсюда. А, я понял тебя, ну давай, давай. Братик, а где тут трактор? Короче. А, вон он, давай, подъезжай, да, подъезжай. Да, я сзади. Давай, братан, съезжай, вот давай, я буду контролировать обстановку с Димоном тут. Опа. Давай, только аккуратно не утони. Если ты сейчас её утопишь, то мы больше ничем не достанем ее. Правее, братан, а то мы еще еще. Давай. Не, назад, цепляй. Так, пацаны. Давай, я сейчас помогу подцепить. О, фак, сейчас. О, Димон, вроде ты подцепил. Ты его сдвинул. Так. Черт, парни. Давай еще раз попробуй. Давай. Давай. О, подцепил. Все, поехали, давай, поехали, давай, выезжаем, давай. Выезжаем отсюда. Давай. Фак. Тащит. Нихера себе, эвакуатор тянет прям. Тащит, нормально, давай. Я, наверное, слезу? Еще раз. Давай. В порядке. Вообще четко. Ему, походу, полностью габелла полнейшая. Я не знаю, братан. Пацаны, пишите в комментариях, стоит ли восстанавливать этот автохлам. Ну, я не знаю, что делать. Короче, смотри, получается, Андрюха прыгает в толф-трак. Везем его домой. А вот, подписчики пишут, что вообще делать с ним. Восстанавливать или же нет. А вот, а мы потом уже примем решение, в принципе, да, брат? Да. Давайте, вы садитесь там по этим спорткарам своим и езжаем, короче, к тебе домой. Да. В принципе, Range Rover на хвосте у нас. Едем сейчас, ведем его к дому Димана. Но на этом, я думаю, что мы будем с Димоном заканчивать. Вот, как-то так. Да, ребята, серия получилась достаточно длинная, насыщенная. Я думаю, что вам она очень сильно понравилась. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. У меня это 3000. Для следующей серии у Андрюхи... 800 лайков, друзья. И не забывайте про канал Сереги. Давайте быстренько зайдем на его канал, ссылочка в описании, и подпишемся на него. Да, ребята. Ну что ж, всем удачи и всем пока. Всем покедова. Всем пока, ребят.